Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Благоволит к нам Господь. С вами Джон Клюкер и Грибобас. Едем на великах на телевышке. Ну, по лесу, естественно, пешком. Проведать нашу старую избушечку, пособирать грибочков, заняться тихой охотой, как говорят в народе. Вот, сейчас уже 9 час МСК вечера. Ну, мы уже не первый раз ходим по ночам в избушку в любое время года. Так что нам не впервой. Мы находимся в республике Коми, город Инта. Сейчас конец августа. Так, идем по тропе уже. Воды хватает. Добирались мы с поселка до телевышки. Час. Дорогие друзья, мы уже на тропе к избушке. Вот грибобас. Уже осталось грибобас немного. Верю, Джон, верю. Давай. Смотрите, каких я красавцев нашел. Красавцев? Да. Так оно и есть, Джон, так оно и есть. Красавчиков. Сейчас мы их срежем. Давай. Ну там маленький, ну ладно уже. Ага. Вот тут что-то не режется. Угу. Вот червивый, видишь, посерединке. Ну, потом вырежем. При переходе речки набрали воды в сапоги. Короче, вот так вот придется сушиться. Ну вот, дошли мы до избы с грибобасом. Вон там грибобас. Набрали воды. Посмотрим, как тут. Дров оставили, не оставили, не. Дров нету. Нету, да? Нету. О, наша сумка до сих пор цела. Цела, да? Ага. Вот, видишь, уже. Ну, мы, в общем, сейчас печечку будем затапливать. Да. Сушиться. Ага. Набрал, да, грибобас? Да. Покажи. Я набрал. Ну, сюда, вон, положи рюкзак сюда. Ага. И покажи, как ты набрал там. Опа. Ну, вот, вон, как... воды, да, вон. О, воды плавают, вода там. Сейчас буду снимать. Два это дожди были и вода поднялась. Да, так, где я буду снимать, Джон? Ну смотри, где удобно тебе. Ага. Ну, только сюда. Сейчас отсюда. А что у тебя фонарик не светит? Свет, свет, чтобы было видать лучше. Ага. Ну я сейчас все уже тоже так, буду. Дорогие друзья, у нас перекус. Перекус вот этот паштет будем кушать. Ага. Паштет львовский. Львовский? Добрый день. Добрый день. Сейчас вот только что побрызгались антикомарином. Вот сейчас покажем, что вокруг избушки. Там речка, сейчас речку покажу. Вот речка, ручей черный. Ночью печку топили. В принципе, тепло было. Ну все тепло на улице, хорошо. А? Да, высохли сапоги, вещи высохли у нас. А вот грибобас утром вставал, вот грибы пособирал вот, всякие. Доски, щепки, вот да, кора. Да. Ну большие смысла нету брать грибобас. А ну уберем. Лучше брать вот такие, типа такие. Такие примерно. Вот такие, вот да. Такие, вот ага. Такие. Да, 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 да. И надо еще будет смотреть, там они, наверное, эти как, ну, ножки, наверное, червивые. Сейчас идем грибочки собирать и будем вам показывать хорошие экземпляры. Экземпляры. Дорогие друзья, ну вот потихонечку набираю грибочков, но много червивых, вот видите, грибы. А сейчас включил камеру показать, смотрите, какой подосиновик белого цвета. Красивейший просто, красивейший. Ну вот видите, ножка внутри червивая. Вот шляпку, вот если вот шляпку вот здесь порезать, вот это вырезаешь, и может быть шляпка еще целая. Вон там грибобас, вон подосиновик. Грибобас. Или ты там нашел тоже? Сыроежка. Вот иди вон подосиновик, вон там вон возьми.
Проверь, вон он, вон. Ага, сейчас. Дорогие друзья, вот еще вам хочу показать красавчика. Вот смотрите, вот рядышком. Красавчики, вон еще два. Во как. Видите, какие красивые грибочки. Красивые. Молодец, Джон, браво. Молодец. О, проверка. Вот она. О, видите, какие матрешечки. Вот срез какой у них. Грибас вон ведерко сыроежки собирает, угу, чтобы они не разломались. Вот увидел два гриба красноголовики, видите? Но они уже крупные, видно. Вот тот крупный уже видно, что там даже снизу он обсыпается от того, что он весь червивый. Ну и решил пройти, и потом решил это чернички немножко попробовать. Нагибаюсь и вижу хорошенький подосиновик белого цвета. Вот это гриб уже достоин внимания. Ну, красавчик какой, смотрите. Подосиновичек. Грибобас тоже нашел белые подосиновики. Много. Да, красивые тут. Сколько здесь тут штук? 6, да, вроде? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага. А вон черная шляпка. Вот. Угу. О, паучок. Хорошенькие. Угу. Чистенькие. Красавчики. Слов нет, одни слюни, да? О, хороший гриб. Нет, тут червей много. Посмотрите, вот такая елка, да? И тут, видимо, какая-то щель была. И смотрите, сколько смолы. Много смолы. Много. Вот на ней еще, кстати, вот эта штука называется ведьмины волосы. Ведьмины волосы. Кто досмотрел до этого момента, подпишитесь на канал, потому что я вот... Я один нож уже сделал, вот это вот, из рукоятка с, вот с этих ведьминых волос. Mm-hmm. Волос, то есть. Может, кто захочет потом купить. Так что буду в дальнейшем делать ножички с такой вот рукояткой эксклюзивной. И буду их продавать. Mm-hmm. Если хотите, подписывайтесь. Захотите, может, купить такой ножичек. Да, Грибобас? Все правильно, Джон. Hero! Hero! А, некоторые спрашивают, что такое значит hero? Это значит, переводится герой. Герой. Герой, да? Герой, да. Понял, Джон. Ты герой. Браво. И ты герой тоже, да. Спасибо большое, Джон. Спасибо. Тут вот смотрите, еще герои. Просека, просека. Просека, видите, какая? О, и прям до тундры, Грибобас. О, просека. И видно прям там, видно, что это. Ну там, видишь, да? Типа как тундра там. Да, 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 да. Где-то километр идти примерно. Да. Ой, там тоже. Ну там есть какая-то. Да, нет, там, если туда пойти, там будет ручей черный. А-а-а. Ну вот мы до этого момента дошли, сейчас обратно пойдем в обратный путь и в избушку. Да. Сейчас покушаем там, чай попьем. Угу. Я нашел, вчера обнаружилось, что у нас оказывается... термос с одной кружкой. Это оказывается у нас есть еще красный термос. А я нашел в лесу вот такую. Как правильно говорится, Грибобас? Банка. Не, как она? Майонезная. Какая? Банка. Нет, ты неправильно говоришь. А как? Надо говорить майонезная банка. А, вот майонезная банка. Правильно? Ну типа такого. Браво, да. Джон, браво. Вот я как понял, 79-78. Это, наверное, раритетная какая-то баночка.
Ты думаешь? Ну, 78-й год, возможно. Ух ты! Старая еще. Это еще старая баночка. Ой, это как это? Джон, эксклюзив, так получается. Браво, браво. Молодец. Вот видите, какая у меня образовалась походная кружка. Супер находка. Да, да, да. Браво. Кто-то раньше тоже брал с собой майонез. Получается так. Угу. Помнишь этот майонез при СССР? Помню. Железная крышечка такая. Да, 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 да. И этот майонез провансаль. Провансаль. Провансаль, да? Ну, провансаль, а кстати, какой? Он был очень вкусный. Мы, короче, пошли, я взялся, банки 0,3 банки взял такие. А такие булочки продавались. Булочки, ну что, СССР. 15 копеек. Булочка такая пышная булка и маком посыпанная. Вот я мазал майонезом этим и кушал. Я 10 штук было. Без лука, да? Без лука, так. Вот так, это было преступление, что ты без лука. Да? А с луком, представляешь, какая была бы вкуснятина? Было бы вкуснее, было бы вот. Было бы хиров, точно. Браво, Джон, браво. Да, точно, точно. Все, мы пришли в избушку. Сейчас вот здесь зажгем костер. Ага. Эти баклажаны у нас есть, запечем. Давай. Там еще этот вроде перец болгарский остался, лук. Да. Я тут обратил внимание, Грибобас. Я спрашиваю, Грибобас, это ты специально сделал? Вот смотрите. Ага. Палка, и здесь вот он палку поставил. Я такой, ну, видно, что крест. А ты, Грибобас, для чего это сделал? Как ты мне сказал? Просто, чтобы палка не потерялась это. Вы вот видите? Просто, чтобы она была все в куче. Вот так вот я имею в виду. Чтобы было hero. Так я имел в виду. А, понятно, понятно. Молодец, он молодец. Такая, смотри, кто-то пенил. И смотри, какая тут бабыха получилась большая. Бабыха за бабыха. Ну, Грибобас, вот мы с Грибобасом собрали ведерко. Ага, покажи, Петр, ведерко на засолку грибов, там это сыроежки. Вот подосиновики пакетик, вот. У меня тоже вот пакетик там тоже. У меня там еще ведерко есть. Я тоже то ведерко сыроежками буду заполнять. Угу. Ну а сейчас покушаем и пойдем домой. Да. Сейчас я скажу Грибобасу радостную весть. Надеюсь, Джон. Грибобас, дай там желтый пакет. Сейчас. Погоди секундочку. Пожалуйста, Джон. Я, оказывается, вот это для чая положил в желтый пакет. А он в верхнем клапане был. Понятно, понятно. Тут аптечка. Ага. И вот они. Печеньки и конфетки есть. А ты искал вчера. Грибобас, дай вот мне то ведерко. Пожалуйста. Пожалуйста, Джон. Это вот мы сейчас чай будем пить, да? А баночку я помыл на речке с песком. Вот такая баночка чистенькая. Так что у меня кружечка тоже чистенькая. И Грибобас с чаем, и я с чаем. И оба с чаем. Давай, Джон. Вот этот термос очень хорошо держит тепло. Вот даже видно, пар идет, да? Да, 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 вижу. Вот с Америки, да, термос идет? Да, это USA. Термос. USA, да? Опа! Если найду ссылочку, смотрите, ссылка в описании. Угу. Фирма Stanley. Ух ты, хорошая фирма, между прочим. Ага, молодец. Вот, я брал с собой две банки. Можно как бы, да, вот напополам сделать, а можно просто банка, ну, я не знаю, надо как-то разыграть, кому какая банка достанется. Угу. Одна банка совок конина тушеная. Конина? Вот. О, конину я еще не ел ни разу. Ел, ну, давно-давно. Одна, а вторая банка мясо цыпленка в собственном соку, совок. Ух ты. Вот, и нам надо разыграть. Пока положи в костер, вот, чтобы они разогревались. Они не взорвутся, конечно? Нет, они так быстро не взорвутся. Понял, хорошо, Джон, сейчас. Вот так. Ты прям на огонь положил? Да. Все, молодец. Спасибо. Опа. Во, я придумал, смотри. Ага. А, да. Иди сюда. Сейчас, давай.
Вот если ты достанешь вафлю с короткую, ага, значит ты будешь есть какую консерву? Свинину всякую. Что там всякую? Там нету свинины. Ой. Цыпленок там. Цыпленок, да? Да. Ну цыпленка в собственном соку. Если короткую. Да. Понятно. Понятно, давай. Это он выкинь, да, надо это. А, лафа, так, да? Давай, Джон. Будем угадывать. Вот зрители видят, что я не обманываю. Хиро, Джон, хиро. Это. Рука. Левая, правая. Вот это. Левая. Левая. Цыпленок в собственном соку. На. Спасибо большое, Джон. Не, это-то я съел. А, да. Ага, спасибо. Так. Подожди, доставай-то. Они будут горячие. Палочкой доставать. Угу. Слышно голоса, да? Угу. Ну смотри, я не знаю, сильно разогревать, не сильно. Да не, хорош, наверное. Так, а мы только закинули. Хорошо, ладно. Ну, чай... А вон сама, да. Сама рогатинка лежит, где если? Рогатинка если. Можно, знаешь, что сделать? Приоткрыть баночку. Ну. И с нее как бы пойдет этот, как бы, ну, шипение такое. Ну, ага, понял, значит, понял. Она уже подогрелась. Ага. Ты можешь свою приоткрыть. Вот цыпленок твой. Ага, верхняя, да? Доставай, да. Вон, давай сам этот. Угу. Этим. Я корой достал. Молодец, Джон. Браво. Ай. Тяжеленькая была. Тур, ну продай мне, пожалуйста, ага. Держи ее. Ой, горяченькая. Угу. Так. Ух ты! Ой! Мясо столько! И так подогрелось быстро. Угу. Отлично, Джон. Это в костер. Угу. Смотрите. Ой, слушай, а как ее поддержать, эти банки? Чем? А вот берешь вот так. А? Смотри, только не урони чай. Хорошо, ладно. Спасибо большое. Вот такое мясо твердое. Ой. Твердое мясо. Угу. Не идет она. Я сейчас съем и буду и заржу, как коняшка. Как коняшка. Браво, Джон! Грибобас, хиро! Хиро! Браво, Джон! Браво! Молоток! Хиро! Так. А, лучок, правильно, Джон. Пойдите, мальчик, тоже присяду. О, спасибо большое. Спасибо. Лучкок, луч попскинький. О, у меня даже какой-то косин есть. Выбирай себе перец любой. Давай, этот. Этот? Да. Угу. Сейчас, подожди. Так. А ты прям так, да? Ты даже не стреляешь этого. Вкусная тушенка, вкусная. Конечно, вкусная, Джон. Это же всякое может быть. Это он и хиро. Мне нравится, Джон. Брависсимо. Сейчас грибобас попробует конину. Угу. Ты же не пробовал, да? Нет. Спасибо, Джон. Вкуснее, чем цыпленок. Угу, да? Угу, угу. Чего? Как-то, как так ты попробовал конину, угу, значит ты сможешь заржать как конь. Я сейчас тебе покажу, как это делать. Давай. Вот смотри, вот так это делается.
Ну-ка, сейчас. Я надеюсь, что получится с первого раза. Давай, Джон. Понял? Ну-ка, попробуй. Если грибобас съест целую банку. Ой. То это будет что-то, да? Угу. На солнышке хорошо. Угу. Угу. Ну вот мы один раз мазью попшикались. Ну. И до сих пор нас не кусают. Вот, да. Летают вокруг. Угу. Мазь помогает. Ну их сейчас не так много. Угу. Если их было больше, может быть и это. Поели бы. Угу. Это в костер. И промазал. Да. К сожалению, промазал. К сожалению. День рождения только раз в году. Грибобас тоже промазал. Ха-ха-ха. 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 Спасибо, Джон. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Муха летает, так слышно сильно, ага. Как она летает. Ну. Горяченький. С травками. А совсем другой вкус, между прочим. Так много все полезнее, вкуснее, между прочим, намного. А ты много дров высыпал? Ну так, чтобы он вот так заварился. Ага, понятно. Ну, конечно, немного чувствую. Понятно. Зачем ее много сыпать-то? Понял. Как положено. Угу. Молодец, Джон, молодец. Можно котелок чая, конечно, скипятить или не будем? Можно скипятить, да. Себе на дорогу. Угу. А тебе идут в этом кипятить, да? Угу. Я тоже одну съем. Уболтал ты меня что-то, Джон. Ты красиво живешь, а мне тебе тоже все захотелось маленько почавкать. Спасибо тебе большое. Не почавкать, а похрумкать. А, похрумкать, извиняюсь. А что-то хлеб я не хочу уже. Ну тоже наелся уже. Не все, я наелся. Спасибо большое, Джон. Ну, в общем-то, вот такой походик у нас. Угу. Я чернички поел. Немного. Я тоже маленько поел. Это вкусно очень мне понравилось. Очень вкусно, между прочим, полезное. Так, Джон, я пока ветки пособираю, ветки вот эти, сушничок. А Джон, ну что-то это поставить, на чем бы стоять, котел-то. А где-то были палки такие металлические, прутья. А можно с угла просто поставить? С угла, да? Ты котелок проверь, он чистый, грязный. Сейчас. Вот такие дела, люди добрые. Смотрите наши походы, подписывайтесь на канал, кликайте на колокольчик. Мы сейчас еще чайку в дорогу скипятим. Тут речка. А, нам надо еще будет речку перейти так, чтобы ну, не замочить, как ночью не замочиться, ну, сапоги. Вот будем сейчас, там есть перекат. Возможно, там на том перекате мы перейдем. И там бугор. На бугре на обратном пути будем грибы собирать. Время московское 15:00. Вот. Ну, если вот так, пока чай скипятим, в 16, допустим, выйдем, может быть, пораньше. Ну и как раз вот домой должны вернуться до темноты. Темнеет сейчас примерно
6:30 по Москве. Я уже перешел. Молодец. И вот за ветки старайся, за ветки. А, сейчас, сейчас. Hero! 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 Джон, не я перешел. Ура! Мы вышли сухими из воды. Hero! Джон, ура! Hero! Hero! Я давно не очень. В общем, пока мы шли до болотистого места, вот болотистое место сейчас пойдет. Угу. Мы с Грибобасом набрали по пути грибов. Я собирал пластинчатые грибы, грибобас, эти, подосиновики. Подосиновики, сейчас, да. Грибобас, покажи, какие ты, сколько подосиновиков. Сейчас. Вот он подосиновиков набрал. Ну, да, мы там, ты проверял, чтобы чистые, да, были. Да, да, я проверял, нашел все. А я вот ведерко набрал, тоже набрал сыроежек, да? Буду их. Молодец, Джон, молодец. Солить их буду. Неплохая у нас получилась тихая охота. Браво, Джон, брависсимо, во, молодец, во.